Ты глянь, валяется и ушами шевелит. Вот в душе представление мне сегодня с утра. Я же его переворачивал кверх лапами. Он не хочет кверх лапами бегать опять. Ой, не хочет это нормально бегать. Опять переворачивается и лежит кверх пузу. Вот какой. Ну да. А чем я ему помогу? Не знаю. Ничем. Он больной. Больной? Да, его лапка, что ли. И вот там что-то там делать. Эй, я доктор. Эй, фу! Может быть, его потравили. Может быть, он сам понюхал мои носки и упал. Смотри. О, тебя увидел, обрадовался, зашевелился. Ты глянь, Сонечка. О, сразу усами шевелит, сразу локаторы свои расставил. Ну ладно, мы с ним разберемся.